В Зенске начались встречи руководства района с трудовыми коллективами. 15 января собрание прошло на Зенском хлебоприемном предприятии. Во встрече принял участие глава района Разиф Каримов. С итогами деятельности ознакомил директор предприятия Рафис Фардеев. За 2018 год Зенское хлебоприемное предприятие поступило на хранение более 62 тысяч тонн зерна. На предприятии работает 90 человек. Основными заказчиками являются сельхозпроизводители района, агрофирмы, акционерное общество «Агросилы Групп». Глава района Разиф Каримов выразил коллективу слова благодарности за плодотворную работу и рассказал об основных показателях социально-экономического развития района. Встречи с трудовыми коллективами также прошли на кондитерской фабрике «Заинский крекер». Руководитель исполнительного комитета Ильнар Хафизов встретился с коллективом Заинского районного узла электрической связи. Коллектив ознакомились с достижениями района и перспективами развития на 2019 год.